Я не знаю, зачем он ходит. А потом снимал, ходил. Иди вот сюда, если сможешь, прости. Она ее от лучшести будет есть, она сдохнет. Да есть, свиньи, вон на корм. Самый раз, да, что. А вон там, смотри, что, бля. Да, что-то вообще смотрю от пруда. Почему пруд такая хуйня? Да. Не почему. Сорочка, вон, да. Сейчас скал заехали. Там рыбы нет. Там она такие... туда ушла, здесь. Там барда. Там барда. Я не видел и столько барда. Ты знаешь, что, Мингулевку? Там волна, говорю, вон мы ездили туда еще. Там, понимаешь? Там, чтобы не заплыла барда. Я застоюсь, когда тут проехал. Это жадность, фраеры загубили. Хашет, бля, здорово. Здорово, Степан. Еще они деньги экономили, бля. Рыли кто вам, зарылись. Охотники, рыболовы, куда там, говорит, прям снизу, говорит, прорвал, говорит, вырвал. Не сверху, а снизу. О, бля, ну да, самарпоезд. Зачем снизу, болтаешь ты, блядь? Я сейчас только думал, через верх прям вот что смыло нахуй с берега. Сосед ехал, вот этот крайний котлован, говорит, снизу, говорит, как вырвет, говорит. Я оттуда вырвал в него, а потом через Валеркин огород пошел. Самар, а там, вот где около Валерки, не знаю, не знаю, взять, не свинью сразу. Коль, да. Валеркин где это, стоит конюшня? Ну. Ее еще смыло, а наверху трава вся вот так облит, все. Через край шла, эх, вот крупный дед. Ну это один котлован прорвал. Весь получит, блядь, смотри. Это кто-то прокопал, наверное, котлован специально. Прорвал. Нет, грузовод сейчас будет говорить, что кто-то специально прокопал. Она врет, значит. Пивзавод прав. Клевета на пивзавод. Она клевещет на них. Она неправильно, она клевещет. Вот это она клевещет. Уголовное дело завели на нее. Ага. Что за болтовню, за клевету. А вот это тоже неправильно. Если она пишет, это значит пивзавод прав, а она не прав. Они должны были приехать сюда, посмотреть и убедиться. Приедут, посмотрят. Пусть обратно и докажут. Вот так вот они докажут, да. Вот, да. Вот, все докажут, вот, пожалуйста. Все на виду, блядь. Это же, тогда первый раз, когда пошла, это аммиаку себе пить завод. Да. Неполномерно. Вот я тебе рассказываю, через 3 года два котлована сливают, заваривают, куда наполняется. Через 3 года опять эти два котлована вот слили. Вот тот год, как было, сливали. Это диверсия была, это нихуя не диверсия. Вот чтобы не возить в Александровку, навоз этот, да кто его пустит через год, как в Аниф. На пункте даже ходил на рыбалку. Вот они, сейчас эти два котлова пустые, они будут вниз закатывать бар. Ты сразу увидишь, я здесь внизу. Да что-то они там плавали, не доплыли туда ни хера, куда они поплыли. Смотрите, какая рыба, да не любишь, как мне ее поймать? А вам крупненькая. Ай-яй-яй, не давай ей, сейчас она живет. Она придет к себе сейчас. А какой край уже, тоже дышит еле-еле. Такая крупная, карась такой крупный. Да. Сверху его. Я не буду эту гадость пробовать. Ой, кошмар. А там он, бля. А в эту, туда, в эту, в речку сколько идет?
Там брашка идет. Ну там анализ. Брашку нам зачем? Смотри, какая рыба. Ну я не знаю, что это для анализа. Сколько в воде грязь, брашка. А там прямо это, на той стороне, где выходит с каузы, прям желтый идет кислушка, да? Знаем, мы там брали все. А, это ж ладно. Мы брали вчера и там, и там. Сейчас, погоди. Погоди, сиди. Они миллионы делают, страдают. Это на моей лодке плавали, что давай деньги плати за билет. Или анализ хороший делает. Справедливый. Не будет чистоты.